Ух ты, говорит, ух ты. Я думаю, имеется поставит. Да? Что? Я думаю, ему имеется поставит. Ну, в наличии, да, в смысле. Мне кажется, да. Ну, он явно на сук реагирует. А там кто-то лежит, что ли? А, ага. Хотя ты знаешь, не факт, кстати. Ну, не, он играет. Нет, это нормально на самом деле. То есть это не худший, далеко не худший вариант. То есть он вполне интересуется овцами. У него прекрасное настроение, да. То есть он их не боится. Он просто единственное, как бы, ну, он больше играет, конечно, да. Он больше играет, но это не страшно, поверь мне. Нет, мы не говорим. Ну. Не-не-не, я владельцу говорю. Поставили имеется, но должен все-таки акцию. Да, и он облаивать их должен, желательно, да. Ой. Сейчас Наташа оттуда выйдет, 7 потов с нее сойдет. Ты знаешь, кстати, я вот на зарубежные, ну, на Facebook, когда вывешивала, слышно, фотки, я вот фотки с атаскими у меня овцы я не стала вешать. Почему? Потому что наши зарубежные товарищи этого не поймут. А, ну в этом смысле это они, да. Насилие над животными. Да. Чё? Чё предупреждал? Он постоянно прыгает, на меня прыгает. Нет, ну ты знаешь, вот смотри, здесь у него еще, конечно, бешеный драйв, потому что какие-то тетки возле него там бегают, орут, говорят, давай-давай, гони-гони-гони. Вот. Нет, на самом деле... Конечно, прыгание на человека... Ну это да, ну это конечно. Это конечно, да. О, боже, как мне жарко-то, боже мой, кошмар. Если нет желания постоянно отмывать грязную...